Всемирный день здоровья ежегодно отмечают 7 апреля. Эту дату выбрали не случайно. Именно в этот день была основана Всемирная организация здравоохранения. Для того, чтобы день провести с пользой, в парке Опаренки организовали спортивный праздник. Все активные движения города видны. Это беговые клубы, клубы северной ходьбы, активное долголетие. Все встретились ежегодно, традиционно, для того, чтобы открыть наш новый активный сезон. 5, 4, 3, 2, 1. Физическая активность – это доказанный способ укрепления здоровья, мышечного тонуса, замедления старения. Владимир Сухих по совету своей знакомой решил попробовать заняться северной ходьбой. Он очень доволен, что, несмотря на пенсионный возраст, может вести активный образ жизни. До 70 лет работал в Москве, уволился в прошлом году, 70 лет. Думал, со скуки сдохну на пенсии. Оказалось, что нет, еще жизнь идет лучше, как бы веселее. Настроение у нас отличное. Мы всегда рады ходить и всегда за Ленинский район ездим и в районных мероприятиях, и в областных участвуем. Поэтому наша команда всегда впереди. Ура! И так совпало, что именно в этот день специалист Центра социального обслуживания и реабилитации Домодедовский Людмила Лозинская принимала поздравления с днем рождения. Людмила Васильевна, от нашего дружного коллектива поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здоровья крепкого и дальнейших успехов в ходьбе. Спасибо! Как известно, здоровье нужно беречь с детства. Юные участники акции это хорошо понимают. Поэтому с большим удовольствием приняли участие в маршруте здоровья. Иван Лощинин занимается в спортивной школе «Вымпел» и мечтает стать профессиональным спортсменом. Благодаря подготовке он занял первое место в своей категории. Была легкая борьба. Сначала бежала маленькая девочка, я ее обогнала. Это было очень легко. Всем участникам акции «10 тысяч шагов к жизни» вручили памятные медали. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, «Видное ТВ».